И всем привет, меня Александр Навасов. Сегодня я играю в редактор Far Cry 5, серия номер 2. У меня есть АК-47, П-226 и кошка. Итак, в прошлом видеоролике я не прошел эту миссию, в этом видеоролике пройду. Поэтому прямо сейчас сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сегодня я попытаюсь все-таки ее пройти, ну, а я начинаю. Штурм, погнали, давайте. Окей, идем сюда. Мочим его вот так вот. В смысле, он не мочится. А, ну я вспомнил, да. Это же прям такое, прям это. Хрен его убьешь. Ладно. Так, а давайте я не знаю, попробую что-нибудь другое. Может, какое-то место можно его убить, я не знаю. Серьезно? Значит, если в маску я стреляю, там от него отлетает, а если я стреляю ему в руку, я его убиваю, да ладно. Вы угораете, ребята. Ну да ладно, давайте дальше. Я попытаюсь все-таки пройти, давайте. Так. Блин, меня запалили. Так. Так. Погнали. Раз, два, три, четыре. Твою ж мать. Блин, ладно, сейчас. Как вчера я проходил, я не знаю, я сразу проходил что-то. Сейчас я не могу сделать простые действия. Твою мать. Ладно, я не знаю, как сделать. Давайте я сейчас кое-как попробую. Давайте, если получится, то получится. Давайте. Тихо. Меня палят. Так. От судьбы не уйдешь. Тихо, сейчас зайдет. Молись о пощаде! О боже! Не толпиться! Тихо. Блин, ладно. Все нормально, сейчас будет попроще, наверное, проходиться. Потому что я уже знаю, как проходить. Да ладно! Угораете? Просто взял двоих и завалил, да ладно. Не попал. Ладно, ничего такого. Ладно, я пройду. Если я убил уже огнеметчика, если я спокойно зашел и убил остальных, то мне вот это вот прохождение — это просто изи. Тихо, не убил. Чисто. Тихо. Кто это был? Найти! Около здания! Тихо. Вышел один. Один.
вообще завалил всех? Не знаете? Прощай, грешник! Тихо. Тихо. Я уже со счета сбился, ребят. Так, остался один. Ты грешник! Или окно, или сейчас это будет. Что такое? Там еще один. Тихо. Страдай! Да что-то вообще изичные. Да как изичные? Блин. Пипец, сложно. Как так-то, блин? Почти ж прошел, блин, из окна. Я вот ненавижу это окно. Самое сложное — это окно. Из окна хрен убьешь. Так, четверых завалил, все. Все спокойно. Так, давайте пройдем эту миссию. Меня уже достало, ребят. Минус один. Так, бегут там кто-то. Тихо. Гранату кто-то кинул. Тихо. Смотрите тут все. Здесь что-то не так. Цель около. Еще одного. Вроде я его видел. Теперь тут никого. Как я в него не попал? Как я в него не попал, блин? Не знаю, это опять на полчаса. Так, спокойно сбегаем. К миномету. Все тихо, я хрен его знает. Тихо. Окно! Чёртово окно, я ненавижу его. Блин. Хрен пройдешь, ребят, короче. А что если я сделаю по-другому, ребят? Нет, там сразу двое. Блин, я не знаю, как пройти, короче, ребят. Либо мне показалось, либо за... Нет, не так. У меня есть одна идея. Блин, она, наверное, не сработает, но все же ладно. Позже попробую. Тихо. Берем. Окно. Надо там посидеть как-нибудь. То есть уже второй видеоролик сижу здесь.
прячешься, дружок? О! Вот здесь вот идеальное место, но меня могут запалить с того... с этого. Ну да ладно. Чем дальше ты прячешься, тем хуже потом окно будет! Окно нет, уже окно нет. Тише. Что-то я... Блин, вообще. Так. Это огнеметчик, ребят. Тихо. Окно нет. Они побежали к окну, а в окне... Было. В окне пусто. Поверьте около здания! Ты скоро умрешь, сынок! Пускают! Тут теперь две точки. Страшно, да? Нет. Боже! Кто стрелял? Что за... Ищите всю ночь! Окно, окно, палец, смотрите, двое побежали к окну, а меня нет в окне. Потому что они уже знают тактику мою. Я причем, ну... я ах ты, не попал. Блин, я не знаю, как пройти уже. Может, есть какая-то другая тактика, я не знаю. Вряд ли. Да ладно. Ладно. Так, давайте попробуем по-другому. Не знаю, получится или нет. Нет, не получится. Короче, надо пробежать. Именно тогда, когда бежим, надо бежать в другую сторону. Интересно, можно попасть в другой дом? Интересно, получится у меня в другой дом попасть? Так, а здесь нет никакого этого? Давайте этого убьем как-нибудь. Тихо, тихо, тихо. Я не буду тратить на это время, просто побежали. Тут по-любому должен быть какой-то выход, да? Крыша здесь. Тебя найдут, сынок! Просто бежать всего. О! Здесь тоже дырка, смотри, какая, о. Это не дырка. Так, сюда пройти нельзя. Ладно. То есть нам все равно говорит разработчик, зайди туда. Зайди туда, переубивай их всех.
Блин, я не знаю уже, как проходить, ребят. Просто не знаю. Он же меня встрелял, походу, не? Нужно проверить. Он будет... Не строится, дружок. Не уйдешь, я тебя найду. Еще из зверей не выходил, должен из зверей кто-то выйти. Я тебя прикончу! Пал? Хз. Разведайте, что это? Около того здания! От меня не спрячешься! Так хотел всех замочить, блин. Не получилось. Ладно. Давайте еще раз. Должна ведь это как-то миссия проходиться по-другому, не просто таким простым способом, не? Так, а что будет, если... Отбегаем, просто убиваем этого парня. Так, откуда у меня полет-то? Тут же можно как-то будет прийти, не? Здесь везде можно посмотреть, что здесь находится. Оп, меня даже запалили оттуда. Да ладно, через щелку можно увидеть, да ладно. Да вы прикалываетесь, короче. Должна быть какая-то тактика прохождения. Потому что профи, если это профи, значит это как-то вообще просто проходится, я не знаю. Тихо-тихо-тихо. Есть! Я в доме, ребята, я в доме. Я зашел в другой дом. Я убил всех внизу. Я взял лут. Здесь еще один лут, еще один дом, ребят. Сюда что-то пойдет. Здесь вообще тактику я не знаю. Здесь просто буду наблюдать. Давайте проверим. Но не дом будет проверять. Только я тебя найду, так... сынок. Да. Пусть заходит в дом, чё? Они где-то внизу. Слышно внизу. Нифига, кто-то спрыгнул. Ага. Козырёк, знаешь, какой здесь. Близко не стоит. Может, в угол куда-то сесть. Надеюсь, в дом они не сбегают. Откуда? Откуда? Опять это сраное окно. Почему они... А, ну ладно. Допустим, ладно. Давайте еще раз.
меня есть другая тактика, потому что меня тот дом достал, и там, походу, невозможно никак сделать. Бежим сразу сюда. Тихо. Троих завалил. Нет, меня там палят. Фух. А! Точно! У меня есть тактика, ребят. У меня есть тактика. Давайте валим этого. Как это просто проходить, я не знаю. Тихо. Нет, у меня не получится, не получится. Смотрите-ка, получилось. Еще один дом. Что такое, блин? Блин, не получилось. Но есть шанс какой-то добраться до следующих домов. Добраться до босса. Но почему-то я не понимаю как. Видимо, тут надо или 1000 раз пройти, чтобы понять, куда какая тактика и куда кто идет из них. Потому что всегда они по-разному этому. И всегда кто-то в окне. Значит, у них тактика, кто-то из них в окне. Ну, как минимум, человека 3 точно в окне всегда. И поэтому... Не знаю, как проходить. Блин, уже спрыгнул, пофиг. Нет, уже не получится. Здесь лестница, понятно. Я просто не знаю карту, я вообще не знаю, как карту, как здесь проходить. Блин. Давайте еще раз пройдем, я не знаю. Весело вообще. Так, давайте, должно у меня получиться вообще, по идее. Давайте. Спалили. Четыре. Так. Не спрыгивай, не спрыгивай, не спрыгивай. Опа! Дела. Я его убил. Здесь, надеюсь, только вот эта хрень. У меня есть одна тактика. Но, наверное, придется в другой видеоролик все оставлять. Давайте еще раз как-нибудь попробуем. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, и с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Если вам нравятся такие видеоролики, то обязательно поставьте этому видеоролику лайк. Потому что это не пройти, это невозможно пройти, но все-таки в следующем видеоролике я попробую еще раз пройти. Ну, наверное, все. В общем, я попробую пройти, а вы уже там решайте. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.